Всем доброго времени суток. Решил по грибочке пробежаться сегодня. Уже вечер, конец ноября, вчера снег был уже небольшой, он растал. Вот уже насобирал немного. 4 зеленки нашел, вот лисичка попалась. Находимся мы на юге Беларуси. Такие вот две лисички. На юге Беларуси находимся. У нас снег вот ночью немного прошел. Он и растал. Там 5 мм нападало. Сейчас уже вечерее. Ну, время есть походить. Несмотря на то, что и заморозки были, и снежок, и холодно. Сейчас где-то градус тепла всего лишь в машине показывает. Грибы все равно растут. Лисички, зеленки. Также козы. Это ежовики еловые. По-научному. Такой вот лесок. Здесь я всего лишь второй раз на этом месте. Вдалеке слышно трасса, машины ездят. На 0,5 км до дороги. Вот здесь по окопах этих по военных зеленки много растут по склонах. В хорошее время. Такие вот окопы. Бежим еще в ту сторону, где лес помоложе. Пакет шарахтить. Не знаю, в той стороне, вот где мы зашли, так троху прокидались грибы. А вот сюда не видно особо. Это дуб. Листочки не сбросим. Да, это сорт, что на зиму не скидает листья. Так, пришли мы к просеке пропаханной. Что-то у нас за гриб? Не, не под зеленок.
сейчас по кругу пройдем назад. Вот. Лисички. Туда пробитые какие-то. Не осенние лисички, мягкие. Ладно, брат, не будем этих. Грузди черные уже поподлезали. Не растут что-то. Вот лисичка все держится. Пройдем этот вот участок по траншеях, ну а чтобы попадеться. Нам главное не сам результат, а процесс. Походить по лесу, поблудить. Вот что-то за гриб был, кто-то его съел. Наверное, польский. Вот нам повезло. Попали зеленки. Ложим пакет. А зеленка мощная, большая. Раньше на этом вот на копии попадались они. Ой, еще одна. Это, наверное, плохая продавленная была. А это также зеленки, наверное, какие-то бледноватые. Наверное, что уже последние. Да, немного старые. Вроде червя не видно. Это ножка такая пустотелая. Если это у нас зеленка, то, наверное, это большая. Также зеленка. Но это мощная. О, зеленка так зеленка уже. Не знаю, наверное, червяки съели ее все-таки, да. Червяк там сидит. Их немного, пару всего лишь штук червяков. Ладно. Тут без червя была, забрали. Хай, разводятся грибницы. Вот в окопе у нас. Ну вот это, конечно, зеленка мощная. Николь такой не бачу. О! Два раза больше за той, что только что разбирали. И целенькая, оказывается. Посмотрю, может, пойдет. Влаги набралось внутри. Такая вот зеленка. Заберу. Пускай будет. Дома разберемся, что с ней делать. А это вот вторая завернутая. Частями вынял. Вот в земле зеленая. И червяки. Такая вот зеленка. Конечно, такие зеленки никогда не встречал крупные.
Так, пройдем в эту сторону. Долго ходить не будем. Вот прогуляюсь туда-сюда. В машине или поеду. Уже скоро стемнеет. Подходим к дороге, к лесной. На ней выйду, да и все. Пойду к машине. А то вот лисичка попалась. Небольшая. Забираем. Вон какие-то грибы растут. Уже свечерело, прохладно стало. Наверное, ночью уже мороз будет. Куда тут дальше? Наша дорога лесная. Наверное, посмотрим. Рабочих нашелся уже на дороге. Под зеленка, походу. Зеленоватая такая снизу. Забираем. Вон еще одна. Я последний раз, когда был, так много их нашел там, этих под зеленок. Больше не езжу. Некогда было. Вот сегодня вырвался на пару часиков вечером. Уже пятый-шестый час, уже темнеть будет сейчас. Ну вот, вышел я на дорогу лесную, там вдали машина наша. Больше уже снимать не буду, что по пути назад здесь вот есть низины такие хорошие. Там с водой дождевой, наберу воды дождевой, свои лимоны комнатные подливать. Так, как они дождевую воду любят. Да и домой поедем. На этом будем заканчивать. Ролик этот раз короткий. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания. Удачи.